Этой весной на территории Спасского женского монастыря завершили строительство надвратного храма в честь симбирских новомучеников. Сейчас все с нетерпением ждут чина Великого Освящения, который должен состояться 6 сентября. Только после этого здесь начнутся постоянные церковные службы. На сегодня здесь уже распахнуты большие ворота, на которых изображены симбирские святые. Они сделаны руками ульяновских кузнецов. Больше года над ними трудились мастера. За основу была взята икона собора симбирских святых. По словам кузнецов, изготавливались ворота в основном методом ручной чеканки. Сами лики, если заметите, они были изначально, слеплены мастером вручную из скульптурного пластилина. Потом с него снимались формы бетонные, по ним уже химическим путем там происходило, наращивание материала на форму. Войдя в ворота, взгляд останавливается на росписях свода и стен. По словам монахинь, здесь отражается житие преподобно-мученицы Екатерины Декалиной, инокини Спасского женского монастыря, единственной женщины в соборе симбирских святых. Ее, как и многих священнослужителей, обвиняли в контрреволюционных действиях. Матушку Екатерину арестовали чекисты в 1937 году. На последнем допросе в ульяновском НКВД 62-летняя матушка Екатерина сказала, что недовольна существующим порядком. Советская власть делает гонения на верующих. В ночь с 17 на 18 февраля 1938 года ее расстреляли. Место погребения матушки и иных мучеников точно неизвестно. Предположительно, это Стрижов овраг. Специально для нашей съемочной группы был открыт храм всех святых в земле симбирских просиявших. Он находится этажом выше. Этот храм новомучеников, то есть этих людей, которые просияли у Господа, а здесь прославились на земле от людей тоже. Тем, что они служили городу, служили вообще области, служили народу. В собор симбирских святых входят 8 православных подвижников Симбирского края. 7 из них пострадали от рук советских палачей. 6 приняли мученическую кончину с 1917 по 1938 годы. Священномученик Иоанн Ильинский был несправедливо обвинен в пособничестве белочехам. Священномученик Неофит Любимов пострадал за то, что отслужил панихиду по убиенному царю Николаю II. Священномученик Николай Покровский пострадал за своих односельчан, восставших против советской власти во время кровавого чепанного восстания 1919 года. Священномученик Александр Гневушев из села Бряндино пострадал за то, что его прихожане не дали безбожникам снять колокола с храма. Священномученик Александр Телемаков в разгар гонений официально открыл храм, возродил церковное служение и совершил великое освящение воды на Богоявление Господне. Преподобного исповедника Гавриила Игошкина, архимандрита Меликесского, судили 3. Он пробыл в лагерях 17,5 лет. Последние годы жизни отец Гавриил служил в Меликесе. Храм создан во славу этих симбирских святых, в память о них и в назидание будущим поколениям. Ирина Антонова, Юрий Конихин, новости Управда ТВ.